много что есть рассказать, вот, но я не могу. Да так же, Маш, так же, Маш. Тоже очень много, даже больше, чем... Вот, да. Дядька твой, значит, приезжает к нам периодически на первый прием. Приехал, сказал, не жалеть. Они не опущенные люди. Они шли убивать. Молодец. Бабы приезжают, я вот принимала, ногти поломала. Вот. Об нее? Ну, конечно. Да, Маш, ты тоже там береги себя. Кретины, ну, конечно. А так ребята уезжают на больничные после приема с поломанными ногами, руками. Ну, весело, там весело. Есть что рассказать. Да, вот. Да. Да тут на самом деле так какие что? Попадаются, бывают. Вот, жесткие? Быстро. Да, двоих поймали, младше нас. Короче, начинаем колоть, ни хрена. Ну, отвели одного в лес, со второго Деврашева, стрельнули, короче. Ну, типа убили, понял, изобразили. Тут хуй что сказал, ебать. Ладно. Положили этот, как его, под колесо ногу. Проехались, хуй сказал, что, ебать. Ну, вот прикинь.